Ловишь камеру? Давай, красиво будет, чувак. Нет, чувак. Да ты поймаешь. Всем привет, друзья, с вами Боди. Короче, как вы помните, недавно ездил на тарелочку, вот, влог был, адская поездка. Я очень долго, кстати, над ним парился, там очень хороший материал подобран, и очень много было положительных отзывов об этом влоге, мне в личку и под комментариями тоже, поэтому я ссылочку оставлю в описании, если не смотрел, очень ржачный влог, я сам когда угорал, там угорал просто всю ночь, родители спят, я там смотрю видео, как Паша кого-то обливает, сам начинаю угорать, просто мама заходит, говорит, потише, потише, короче, просто реально угарный влог. Мы сегодня тоже опять же решили поехать на тарелку вместе с Павликом, с Колей и еще с Данечкой и с его другом Витей, потому что, ну, там очень классно, там реально очень классная погода, море просто чистейшее, не то что у нас тут, поэтому сейчас мы с Данилом договорились пойти на рынок, покупать мясо, все необходимые продукты, угли и там для розжига, все остальное, и потом уже будем готовиться к завтрашнему дню, и завтра утром, часов 8 приблизительно, мы будем уже выезжать из Ялты. Встретились с Данечкой, сейчас идем, он портфель взял, я уже в портфель сложил полотенце, все, что мне понадобится для завтрашнего дня. Сейчас идем за лавашами. Я, кстати, посмотрел уже масанды, сколько стоит рожик этот и уголь, чувак. Короче, уголь стоит 111, ну, я взял такой там 7 литров, типа небольшой пакетик. А рожик стоит 60 рублей. Ну, это дешево. Это недорого, но сейчас, получается, мы посмотрим на рынке, получается, на рынке должно быть намного дешевле. Ну, типа рынок по-любому дешевле должно быть. Там надо купить лаваш и... Короче, мясо покупает Витя, как я сказал, и его мама маринует на мясо, он мне только что скинул, там, я думал, 4 куска, это на самом деле 2 куска, но не такие прям здоровые, и мама сейчас пошла за третьим куском, то есть там вообще обожраться хоть целый день, там, хоть на 2 дня мне там хватит мяса, мне так кажется. Сейчас идем за лавашом, и потом, ну, огурцы, помидоры, думаю, с дома возьмем, потому что у всех они есть, и смысла покупать сейчас их не будет. То я сравнил цены, тут зашел, перед тем, как ехать на рынок, и на рынке сравнил цены, и тут намного дешевле стоит уголь и смесь для розжига, или как это там, жидкость для розжига. Поэтому сейчас я покупаю тут это, и завтра уже утром, ну, сейчас поеду кататься, и завтра утром выдвигаемся уже в Коцвели. Для розжига и сам уголь. И я взял еще 3 зажигалки, потому что, знаете, в прошлый раз, когда я ездил, я взял с собой 2 зажигалки, из которых одну они потеряли, а вторую утопили в море, ребят. Поэтому в этот раз я взял 3 зажигалки. И вот это все, ребят, мне вышло в 217 рублей. Со мной Даня, вот, Витя, встретились, мы с ними только что забежали в магазик. Ну, короче, все необходимое взяли, там живчик и все остальное. Сейчас идем на тарелочку вместе. Что это такое? Я не знаю, какие-то участки, походу. Ну, типа, мне кажется, что это... Сейчас, короче, прием на тарелку, там уже разожжем костер, разжжем. Я взял, опять же, 3 зажигалки, как вчера, и уже одну где-то просрал, что самое интересное. То есть, как я и говорил, одну утопим, вторую просрем, третья останется тупо на запас. Поэтому сейчас мы подходим. У нас же, короче, лес горит, просто жестко лес горит, поэтому у нас постоянно летают вертолеты. Особенно они просто летают над моим домом, и получается... Обещали еще привезти самолет какой-то с Москвы, который тоже будет тушить пожар. То есть они набирают воду из моря, летят в горы и тоже там тушат. То, что набрали из моря. Каким-то ковшиком они там набирают, я не знаю, что они там летают. Короче, уже реально задолбали. Ночью очень сильно горел огонь. Получается, это был день Ялты. Это, день города. День города, да, вот Ялта. Ей 180 лет, и походу сделали просто поджог, как писали в новостях. Умышленный поджог в 3 местах сразу подожгли, и поэтому не могут до сих пор потушить. Там работают более 500 волонтеров, даже приезжали некоторые из других районов, просто из Симферополя, там вроде даже приезжали люди, и просто там тушат бесплатно. Пишут, что кто неравнодушен, можете привозить еду там и питье, ну, короче, в чем нуждается, да. Ай, короче, вообще, люди ненормальные, просто устроили реально пожар, зачем? Если мы живем в Крыму, у нас вот офигенный просто лес и офигенный воздух, еще и море рядом, они просто берут и портят природу, реально, ну, невменяемые какие-то.
Короче, ребят, костер мы разожгли. К нам подходил, кстати, какой-то мужик. Сказал, что он работает тут, что-то такое. Но нам сказали, что он тут работает. Поэтому мы тут аккуратненько, быстренько все разожгли. Короче, смотрите. Вот это вот моя, вот это Дани вроде, вот это Вити. Моя посерединке, нужно постоянно ее мешать, потому что тут сейчас жар как раз-таки самый такой офигенский. Потому что это первый подход. В том подходе у нас уже угли закончились, поэтому будем просто палки кидать. Тут палок очень много. Короче, что я могу сказать? В принципе, день удается, скоро пойдем уже купаться, немножко покатались. Все офигенно. Значит, я недалеко от тебя ушел. Ай-яй-яй. Отдых, чувак, нечеловеческий. Что пьешь, Лай? Без остановки. С вами Виктор и... Даня. Хозяин канала отдыхает. Можно камеру? Да нет, подожди. В общем, у меня тут картошка. Вот, сейчас Данила достанет картошечку. Мы возьмем фольгу, обвернем каждую и закинем вот в тот мангал. Просто все сразу обвернем? Ну да, сразу, чувак, я же говорю сразу. Нет, мы все прям картошки в одну фольгу. Бодя, короче, купил шоколадку, и ее уже муравьи доедают. Он лежит, отдыхает, а мы за него влог ведем. Зажралась гнида. Чувак, а можешь ее сполоснуть, картошку, от грязи? Может это сполоснуть, полегу? Мы сейчас, короче, решим. Да пофиг, чувак, мы ж не будем внешнюю часть есть, правильно? Мы ж пацаны. Сейчас мы вернемся. И мы учим вас не мусорить на природе. Мы купили мусор. Мы вам мусор. Рильник, мусорник. Ну, короче, мы купили баллон. В общем, пакет. И тут пакет пустой, но мы его оставим. Мало ли тут еще что-то надо будет делать. Мы сейчас идем вас учить, как how to get картошка. Сейчас. Кого ты мыть будешь? Не сейчас. Надо никого мыть, чувак. Ты не баба, чтобы. Надо ее немножечко сполоснуть. Пойдемте, сейчас буду рассказывать вам. Немножко сполоснем. На тебе фольгу, и мне надо шашлыки перевернуть. Чуть-чуть переворачиваешь шашлык. Да. Берешь шампур, переворачиваешь. Гламур. Пусть еще подкоптится эта сторона. Голова у нас тут занимается уже профессией. Короче, вот мы каждую картошечку немного обмываем, чтобы всяких микробов смыть в атмосферу. И всяких змеиных яд. Сейчас вот мы, две картошечки буквально осталось. И дальше мы начнем, продолжим снимать. Есть фольга у нас и нож. Вскрываем ее аккуратненько. Что ты делаешь, чувак? Ее можно просто там. Да я фольгирую, чувак. Пофиг. Она так больше сломается. Хочу показать, что тут творится. Сюда, пацаны. Ребят. Я напоминаю, что мы в Коцевеле отдыхаем культурно. Значит, вот... Отмотали вот такие вот лапы. Ярик Лапа. Кошачий человек. Короче, берете, берете снимай, вот снимай. Такой примерно кусок. Вот фольги. Квадратик берете, чтобы картошечка полностью помещалась. Не жалейте фольги, реально. И обматываем ее полностью. Все, все. И бросай, давай, бросай, чтобы одну сейчас показали. Сейчас мы все обернем. Берем вот картошину сейчас, по одной будем закидывать. И просто вот не жалея картошки, мы ее должны положить вот в угли. Только у нас углей нет. Ну, я думаю, пока мы искупаемся на пляжике, она уже будет готова. Да мы приперем сейчас. О, картошку потеряли. Вот это грех, конечно. Куда я? Ну туда. О. Чувак, подними мангал. Подними мангал. Какой ты дебил, чувак. Вот мы, я специально сделал отверстие, тандыр по такому способу работает, додик. Туда загоняешь ветра попутно и пошел. Весь уголь на картошку сверху. И все, чтобы было четенько. Вот, короче, ребята, мы вернулись, я не знаю, снимала или не снимала. Не снимала, чё? Растопили лед, чуваки. Rest in peace, костёр. Стой, подожди. Да. Сейчас. Там у нас, вот если вам видно, я не знаю, там у нас находится картошка. Сейчас он разгорится, и картошечка... Чувак, картошка сгорела. Да где она сгорела? Она за 5 минут у нас, короче, приготовится, чувак, и будем кушать. Я тебе отвечаю. У нас, конечно, соли вот чуть-чуть. Да, чувак, она должна... Я взял с собой пак, и там
соли примерно, ну, на две картошки хватит. Будем решать, где брать соль. Будем с моря добывать. Все, у нас такой просто кострина пошел. Что ты делаешь? Поджариваешь. Во-во-во, у нас же, кстати, шашлык не доделан. Дань, снимай. Попкорн, пацаны, жарим попкорн. Ты закрыл микрофон. Как учила меня учительница по химии, Тамара Иосифовна, Тамара. Она говорила, самое острое... Молодая Тамара. Самое острое пламя на конце. Поджарили, пацаны. Но мы будем ее опровержать и будем... Опровержать! В самом низе готовить. Да. Горит. Пена, кому пену? Чувак, ой, шашлык платить. Кусок пригаренный. Так, чувак, это твой будет шашлык. Идеально. Идеально. Где идеально, чувак? Куриный шашлык должен быть нежный, как... У нас есть нож этот армейский. Армейский. Ну вот, курочка готова, чуваки. А ну, тут сейчас проверим. Пацаны, йоу! Вообще Дубай какая-то, чувак. Так она идеальная, чувак, это она подкоптилась. Потом помоем. Готово? А ну, пацаны, смотри. Смотри сюда. Водя. Водя. Flexing in my car. Пойдет? Коптильня, да? Полный, чувак. Получше, чем наш, отвечаю. Чувак, я делаю так же. Снимай! Что? Пацаны, картошка готова, мне кажется. Да, чувак, она уже спалилась. Мы сейчас тупо кусок угля, чувак, достанем. А вы все 9 кинули? Да. Ты дебилы. Говорит, угля нету, сейчас достанем. Надо было нанажить. Нанизать. Подлизать. Нанажить. Ребяточки, короче, сейчас по ситуации все расскажу вам. Мы уже... Да. Моя мама, короче, заготовила нам шашлык. Мы вчера ходили с ней за мясом, пацаны скинулись по деньгам. И мама замариновала. Сейчас у нас стоит вот тут один шампур. Не понимаю, почему второй убрали. Додики. Короче, все топ. Сейчас достанем, покушаем. Посидим минут 20. И почешем на море, на вот это вот. Топовое море. Сейчас... Честно говоря, я здесь первый раз, ну, в Коцевеле не первый, но именно на этом месте первый. И думал, что до моря тут идти минут 10. В итоге вот место, где мы расположились, и вот уже море, как бы, ну, тут рукой подать метров 100, реально. Пойдем, купаемся, все будет топово. Богданчик вам обязательно это заснимет. Ребятки, картошка готова. Я сейчас проверил из этого экватора. Просто, она неимоверно вкусная. Сейчас мы будем ее перекладывать на тарелочку, и пацаны будут трапезничать. Она просто горячая, и поэтому я не хочу брать руками, я беру палочкой и ножом. Не знаю, с кем он общается. Сейчас мы пойдем туда. Плавать. На море. Как раз штормы прошли. Все живы остались. Из нас. Ну, из нас это имеется в виду, из нас бордшоп, скейтшоп, скейт-компани крымская. Вон он там стоит в воде. Че Гевара? Как тебе, кстати, картошка? Пойдет, я же сказал. Очень даже ничего. Он не отравленный? Не-не. Знаешь, курить можно. Скурим картошку все. Да.
берешь соли. Соли спайсы. Потом эти жилки надо выбрасывать в мусорный бак. Я нашел тут живчик, представьте себе. Блин, тут еще и ветер. Я вот думаю, что, возможно, меня будет слышно. Короче, просто, ребят, офигенно. Смотрите просто на море. Посмотрите на это. Это божественно, реально просто. Мы все вещи оставили. Я сказал, пацанам, берите все самое основное. Взял паспорт с собой, наушники, телефон. Оп. Короче, самое основное. Короче, у меня смертельный номер. Я не хочу смертельный номер. Я не хочу слазить, поэтому я сейчас сюда прям прыгну на камень. Только засуну вас в аквабокс, чтобы вдруг ничего там не случилось. Вот мы закругляемся уже, да? Мы тут не мусорим, короче, убираем за собой ошметки. Ошметки. Мусор убираем за собой. Вот наконец-то пришел владелец канала. Ошметка. Забирай камеру свою. Ты хоть снимал? Да. Ого, снимает, нифига себе. Мы все убрали, выкинули только что. И сейчас уже идем на остановку, потому что вроде как последняя маршрутка ходит 6. Поэтому надо быстренько успеть. У меня много дел. Очень-очень-очень много дел. У меня много дел. Очень-очень-очень много дел. У меня много дел. Очень-очень-очень много дел. Не трать мое время. У меня очень много дел.